Всем привет, друзья! Сегодня мы хотели показать вам Эшен, и мы его обязательно покажем, но сперва небольшой бонус, как вы, скорее всего, знаете. Буквально недавно в Microsoft Store, в лайве, если быть точным, эксклюзивно ли Xbox One, вышла демка Devil May Cry, та же самая демка, что была еще на Gamescom и на Громире, на самом деле. Вот. Но мы все равно что, а чё бы не показать-то, а? Поэтому быстренько, минут за 10-15 мы её пробежим. Или не пробежим, если меня завалит босс, потому что вечно у меня, блин, с ним какие-то проблемы. Вот, а потом пойдём нырять в Эшен. Удивительное дело, наконец-то Twitch обновил приложение на Xbox One, и она, блин, стала гораздо-гораздо круче и быстрее, чем раньше. Единственное, в динамике она все-таки артефактами покрывается немножечко, но я надеюсь, мы это переживем. Нет, и Ашен обязательно будет, но чуть позже. Ашена обязательно будет, когда мы посмотрим на демку Devil May Cry. Хотя, наверное, вы и так ее еще раз увидели, но у меня постоянно какая-то группа с боссами, то на выставках, то он у меня багует, то он меня тупо мучает. Я хоть раз хочу его завалить уже, наконец. Yeah.
Devil May Cry, потому что демка появилась в сторе, и я такой, а почему бы ее быстренько не показать перед Эшен, но и к нашему любимому Souls-like мы тоже вернемся. Между протезами нельзя переключаться быстро, единственное, что можешь сделать, это уничтожить текущий протез, и у тебя будет возможность пользоваться следующим. Блин, на самом деле, у меня вот в Devil May Cry, как вот с первого моего знакомства на Gamescom, была одна претензия, так она и осталась. Нельзя отменять анимацию удара. То есть, если вы находитесь в процессе комбо, то все, приехали. Вы не сможете вернуться, пока анимация удара не закончена. Поэтому... Поэтому огребать вы будете часто и... Ну, если будете делать длинные комбо, вот. Поэтому гораздо удобнее становится делать... Пусть не такие мощные, но маленькие комбо и просто тупо ковырять врага дольше. А еще здесь нету моей любимой возможности из третьей части запрыгнуть на врага и ездить на нем как на скейте. Это было так круто. Так, ну все, сейчас будет босс, буквально 5 минут, или я его, или он меня, и все. Ну, собственно, так было еще в любом God of War, например, да, последней части, как минимум, я не помню, в последней части была отмена анимации или нет. Вот. Но в старых Devil May Cry, по-моему, анимацию можно было в любом случае отменить. Но если память не изменяет. Причем в Devil May Cry это особенно остро, потому что здесь, ну, не так много вообще возможностей для самозащиты. То есть это игра про постоянное нападение и хоть что-то иметь возможность. Хоть как-то там оберегаться и уходить от ударов, это было бы очень похвально. Да, продаст Devil May Cry 5. И замечательно, она абсолютно охренительно выглядит. Очень плавно, приятно играется. Но вот просто, ну почему нет отмены анимации? Ну вот почему, блин? Так, ну да, в демке-то это недоступно. Ну вот. Ниндзя Фейвори, конечно, молодцы, к сожалению, они с продажами пролетели, за что категорически обидно. Потому что стилистически вот Devil May Cry 5, он гораздо ближе к DMC, чем к 4-му Devil May Cry, например. Somebody call a doctor? Human! I wasn't expecting any survivors! О, сейчас начнется вечный срач любителей ненавистников DMC от Ninja Theory. Я люблю и то, и другое. Мне обе, например, нравятся. Но Ninja Theory все-таки люблю больше. King? You?
I don't know. I mean, you're a big guy and all, but you seem more like a knuckle-scrapping fart in the wind than anything else. No offense. Для меня вот именно в битве с боссом вся проблема боевки проявляется, потому что вы, например, можете на него прыгнуть, начать бить мечом, и все, и даже если вы заранее увидите, как он замахивается на вас, то вот увернуться практически нереально, ну, потому что Данте этого тубора, господи, Нира этого тупо не может, ну и Данте, наверное, тоже не сможет, хотя за него геймплей я лично не пробовал. Trick! Hey, do you do parties? Yeah, maybe I will. Sorry, I'm about to kill you. Insolent human! One who's going to die! Поэтому драки оказываются такие, скорее, размеренные. А Devil May Cry и размеренные драки, это, ну, блин, такое. Я вот так могу, а чё кто? Ой. Но здесь вот с этой рукой как минимум здесь прикольная. Ой, уворачивайся. Прикольная система, которая построена на риске и награде, конечно. Вы можете попробовать успеть зарядить руку, это очень медленно, но при этом удар будет действительно мощный. Ой. Так, все, хорош, хорош, отпрыгивай. Где-то, по-моему, были руки-то. Руку мне подайте кто-нибудь. Руку помощи подайте.
прикол. Наверное. Ну и хрен с тобой. Так тебя расстреляю. Ну, кстати, прикольная разрушаемость, я должен заметить, потому что... Его удары мощные по земле, они реально образуют кратер, это не просто текстура. Так, а это проблема, потому что у меня нету руки, чтобы защититься. Отстань от меня, Ирод несчастный. Мне кажется, все еще. А, нет, я еще жив, очень-очень. О, я хилку нашел, успех, так опой. Впрочем, возможно, мне это не поможет. Так, ну, надо идти в атаку. Вот у меня особого нету. Да, и умений у меня тоже особого нету. Не повезло. Ай, ну и ладно. Короче, Эшен. Что я могу сказать? Купить ли сейчас? Нет, пожалуй, подождем.